Привет, Ви. Мы закончили разведку. Как только подготовишься, встретимся у Алекс. Хорошо, до встречи. Рид, мы уже это проходили. Прямо в точности. И у нас был точно такой же... Ви, здравствуй. Ты очень вовремя. Мы почти закончили составлять план. Ну как, вы разобрались? Мы немного разошлись во взглядах на частности. До Найт-Сити мы работали в Колумбии. Первая миссия Сойки была... Давай в не сейчас, Алекс. Нам надо работать, а не прошлое вспоминать. Может, расскажешь в другой раз? Поддерживаю. Пойдем. Посмотришь, что мы приготовили. Мы посмотрели материалы с чипа, который оставила Соми. Она собрала нам хорошую базу для оперативной работы. Наблюдение, сбор данных, составление плана — все сделано. Осталось только исправить кое-какие ошибки прошлого. Как же ты задолбал, Рид. Хватит, ты ни в чем не виноват. Она большая девочка. Пусть учится отвечать за решение, которое она приняла Нет, сама. Нет, ее принуждали, потому что не было никого, кто мог за нее вступиться. Держи, Ви. Здесь детали операции. Алекс права. Если кто и виноват, то Майерс, а не ты. Да. Но одно другого не исключает. Итак, наша цель — вырвать Соми из лап Хансена. К сожалению, мы не можем просто ее отбить, потому что... Работа на НСШ и президента Майерс не прошла для нее бесследно. В нее вселилось нечто из-за черного заслона. Скажу честно, я понятия не имею, что это и как оно работает. Важно, что Соми умрет, если не получит лекарство. Лекарство — это Искин, который живет на нейроматрице. Сейчас ей владеет Хансен, и нам надо ее выкрасть. Ну ладно, расскажи, какой у нас план. Хансен назначил встречу нетраннерам, которые тебе уже знакомы. Для нас это шанс подобраться и к Соми, и к Матрице. Хансен нанял французов, потому что они раньше работали на милитех. Им известно, какие там протоколы безопасности. Также они готовы продать Хансену коды доступа, которые позволят Сойке извлечь матрицу с главного сервера Киносуры. Хансен знает только то, что с кодами он получит данные секретного проекта Милитеха и НСШ. О нейроматрице ему неизвестно. Сканы личности и поведения нетраннеров у нас уже есть. Осталось вынести за скобки их самих. То есть мы собираемся их похитить? Как именно? В Найт-Сити они берут машины на прокат. Этим можно воспользоваться. Мы отследим их авто и перехватим управление, прежде чем они доедут до Хансена. Это будет твоей задачей, Ви. Ты взломаешь систему машины, чтобы прокатчики ее не отследили. Алекс расскажет, как. После захвата нетраннеров вы займете их место. Поведенческие оттиски уже готовы. Хорошо, и что у нас на десерт? Встреча с Хансеном? Да. Вы продадите ему коды доступа к главному серверу. Иными словами, ключи от сейфа с твоим лекарством. Скорее всего, одна из вас пойдет в лабораторию к Соми, чтобы ввести коды, а вторая останется с Хансеном как заложница. Я побуду с Хансеном, а ты пойдешь к Сойке. Когда получите данные, подайте мне сигнал. Я разоружу Хансена и ликвидирую его и охрану. То есть обнуление Хансена не обсуждается?
Приказ поступил от Майерс. Он чуть ли не сам подтвердил, что готовил покушение на президента НСШ. А что с Сойкой? Ее мы должны спасти. Майерс сама тебе это сказала. Все ясно? Если есть еще вопросы, самое время их задать. Ну что, мне все ясно. Пора за работу. Может, обсудим, как перехватить нетранеров? Как мы будем перехватывать нетранеров? Они взяли машину на прокат. Мы взломаем систему компании-прокатчика. Фирма Харон Экзотикс сдает редкие модели. У нее станции слежения по всему городу. Если получим к ним доступ, сразу найдем машину. Одна из них совсем рядом, у библейской церкви чистоты в Пасифике. Съезди туда. Взламываем станцию и находим машину. Отлично. Что дальше? Вставь эту штучку. Она разблокирует двери и позволит перехватить управление из багажника. Вроде ничего сложного. Когда есть техника за десятки тысяч евро-долларов, любой план становится простым. Как будешь проходить в районе станции? Воспользуйся сканером, чтобы ее найти. Станции стоят на виду, долго искать не придется. Тогда приступаю. Ви, у меня мало времени, но для тебя есть две новости. Первая новость хорошая. Я обновила прошивку твоего биочипа. Сейчас поймешь, о чем я. Не бойся, это совсем не больно. Ты сказала, у тебя две новости. Вторая из них плохая? У меня к тебе важный разговор. Только между нами. В знак доверия. У него радости полные штаны. Я пришлю координаты места. Приходи, как стемнеет. Тогда я смогу говорить свободно. Как тут успокоишься? Ой, привет! Все, мне пора. Скоро увидимся. Не видишь, что ли? Жалко. Чем быстрее заработаем, тем быстрее отсюда свалим. Заходите. Скорее огребем полную панамку проблем. Должок тут, должок там. Вот мы и встретились. Ты и я. Лицом к лицу. Это место, кажется, выбрано не случайно. Ну да. Я хотела показать его тебе, потому что оно для меня важно. Тут будет проще все объяснить. Это значит, что я тебе доверяю. Пойдем со мной. И что в этом месте такого особенного? Я жила в двух кварталах отсюда, когда была на задании в Найт-Сити. Местные часто приходят сюда вечерами, ставят гриль, пьют пиво, болтают о всяком разном. Я иногда приходила сюда по вечерам. Я очень люблю это место. Оно напоминает мне Бруклин, мой родной город. Хочешь вернуться туда? Прошлое не вернешь, Ви. Обычно начинаешь почему-то скучать. Только когда это теряешь. Сойка, просто скажи мне все как есть. Это я помогла Хансону поймать Майерс в обмен на возможность получить нейроматрицу. Я должна была посадить шаттл, а он сбил его и начал на нее охоту. Я на это не подписывалась. Ты предала ее. Не только ее. План был совсем не такой. Все пошло наперекосяк. А какой был план-то? Я думала, ты спасешь Майерс. Я заберу матрицу, и мы вместе сбежим. Теперь он ставит мне уже другие условия.
Он знает, что ему придется ответить за покушение, и пытается подстраховаться. Он не в курсе, что хранится на главном сервере Киносуры, но надеется получить данные, компрометирующие новые штаты. По его словам, я покупаю себе свободу, но думаю, как только я взломаю сервер, он меня убьет. Я знаю, что поступила неправильно, но у меня не было выхода. Не понимаю, зачем ты это сделала. Неужели не было другого пути? Если бы был, я бы выбрала его. Для Майерс и НСША я просто инструмент для прохода за черный заслон. Инструменты и орудия не могут сами принимать решений и отказываться от работы. Это мне хорошо знакомо. Я понимаю, что ты чувствуешь. Думаю, никто этого не понимает лучше, чем ты, Ви. Ты единственная, кому я могу довериться. Только скажешь ли ты обо мне то же самое после этого? Кажется, ты в первый раз так искренне со мной разговариваешь. Да, с тобой и с собой. Я должна сбежать. От Курта, от Штатов, от Рида, от всего. Получается, Найт-Сити для тебя перевалочный пункт. Так было задумано заранее. Да, просто уж очень сильно все запуталось. Я никак не ожидала не встретить здесь старых друзей из ФРУ, не оказаться в плену у Курта. Я должна сбежать, Ви. Для этого мне нужна твоя помощь. Только ты меня понимаешь. Допустим, я тебе верю. Что делаем дальше? Идем по плану, забираем нейроматрицу. Рид и Алекс будут на Хансене, а мы смотаемся. А потом? Ты поможешь мне уехать. Я уже договорилась с подпольной клиникой за пределами от Найт-Сити. Их риперы получат доступ к матрице и на ее основе создадут для нас прототип лекарства. Тестировать будут на мне. Но когда они закончат, я тебе сразу напишу. Вот и все. Конец. У меня прямо камень с души свалился. Остался только один вопрос. Ты помогаешь, потому что понимаешь меня, или потому что я обещала тебя спасти? Я верю тебе. Мне хорошо известно, что значит сражаться за каждую минуту своей жизни. Начинаешь ценить ее больше, да? Вроде все обсудили. Можешь позвонить Риду и сказать ему, что все готово ко встрече с Хансеном. Доложи обстановку. Соми вышла на связь. Есть новости. Так рассказывай. Во-первых, к операции все готово. Можем работать с клиентом. Прям бальзам на душу. А во-вторых? Сойка мне объяснила, в каком она положении. У нее все очень плохо. Надежда только на матрицу. Я понимаю, Ви. Это значит, что мы должны провести операцию безупречно и получить то, что ее спасет. Стой, Рид. Она такое рассказала. Нам надо это обсудить. Конечно, только позже. Не по телефону. Сначала нам нужно отследить машину. От этого зависит все остальное. Как только получишь ключ шифрования к их системе, сразу мне сообщи. Thank you.
Алло? Алло? Ты Фарида? Я. Прием закончен. У меня есть кое-что интересное. Это вряд ли. Вы же собираете вещи времен объединяющей войны. Заходи. Извини за неласковый прием. С тех пор, как рядом разбился этот шаттл, приходится осторожничать. Ви, рад тебя видеть. Хм, ты меня ждешь. Ситуация меняется быстро и непредсказуемо. Я решил поговорить лично. Я хотел обсудить с Оми. Я долго думал о том, что случилось. Пытался поставить себя на ее место. Хотел понять, какие чувства ею двигали и почему она решилась на предательство. Сомневаюсь, что у тебя получится, Рид. Тебе не надо спасать свою жизнь. Я знаю, что такое смерть. Я смотрел ей прямо в глаза. Она попала в ловушку. Не сейчас, а много месяцев назад. Может быть, даже лет. Это все из-за Майерс. Она терпеть не может проигрывать. Сойка и Черный Заслон должны были дать ей политическое преимущество. Неудивительно, что Соми больше никому не доверяет. Разве что тебе немного. Сойка знает, что ее ждет. Она предстанет перед судом и получит огромный срок. Ее жизнь не оборвется в одночасье. Вот что для меня главное. Майерс хочет взять ее живой, но простит ли она попытку покушения на себя? Нет. То, что Майерс не простит, не значит, что я не прощу. Когда федеральный агент заявляет, что хочет вернуть домой коллегу, это звучит угрожающе. Я верну ее домой. А вот как? Это другой вопрос. Ну ладно. Вот мы отобьем ее у Хансена, и что дальше? Уедем в безопасное место, обсудим с ней пару вопросов. Придем к пониманию. Если я услышу те ответы, которых жду, то сам помогу ей исчезнуть. Никто ее не найдет. Даже Майерс. Очень похоже на Госизмену. Как будто я сам не знаю. У меня есть связи в Европе. Мы найдем лучшую клинику. Там вас вылечат и поставят на ноги, если мы принесем это ваше лекарство. Но сначала я должен помочь Соме, успокоить ее. Я боюсь, она не понимает, что делает. Ты ей не доверяешь. Я не доверяю тварям из-за черного заслона и паранойя, которую они вызывают. А мы имеем дело и с тем, и с другим. У нее есть какой-то свой план. Я в этом почти уверен. Понимаю, о чем ты. У тебя есть план действий. Я принес тебе кое-что. Творение лучших умов из Вашингтона. Ледокол им серебряная пуля для любого нетраннера. Фарида установит его в твою систему во время операции. Воспользуйся им, и Соми потеряет сознание за минуту. Нам нельзя рисковать. Она, когда проснется, будет уже дома. И как мне им воспользоваться? Задействуй его, когда вы с ней подключитесь к серверу. В этот момент Соми будет уязвим. Надеюсь, ты хорошо все просчитал. Я тоже на это надеюсь. Сначала найдем то, что спасет жизнь вам обеим. Потом еще поговорим. Мне пора по своим делам. Оставляю тебя на попечение Фариды. Позвони мне, когда выйдешь отсюда. Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. Согласна, время не ждет. Садись в кресло. Сначала обезболивающее. Не волнуйся, качество топ. Просто расслабься. Имплант для изменения личности – сложная штука, но сама операция, на удивление, простая. Честно говоря, никогда не слышала о таком. Звучит футуристично. Это прототип ФРУ?
Угу. Его вытащили из руин научного проекта Милитеха. Милитех закрыл его. Закрыл или просто стер все упоминания о нем. Говорят, он был секретным. Политика. Кажется, анестезия действует. Сколько пальцев я показываю? Рада, что ты все так же бодр. Ага, тебе от меня что-то надо. Хотела поболтать. Других собеседников у меня нет. Ну скажи мне, каково это-то быть предательницей? Ты хотел сказать агентам ФРУ под прикрытием. Бля, ты поверила в эту байку? Сходила на модную тусовку, получила пару комплиментов, и вот ты уже суперагент? Что дальше? Сраная медалька и парад в твою честь. Может, еще твой день рождения выходным днем сделать? Я с тебя хуею, Ви. А если серьезно, ты сейчас в такой жопе, что глубже некуда. Пистолет уже у тебя в руках. Пора приставить его кому-нибудь к башке и выстрелить. Супершпион и неуправляемая агентка. Что это, трагедия или комедия? Думаешь, кто-то из них меня обманывает? Нет, они оба говорят правду. Вернее, насчет каких-то частностей темнят, но свои мотивы объясняют вполне искренне. Она больше всего хочет выжить. Это несмотря на то, что ее мозг давно стал ядерной бомбой. Такой, которая все время делает ошибки и может в любой момент взорваться. А Рид, мы с ним одного поля ягоды. Если бы я не сбежал из армии, буквально стал бы как он. Жил бы по принципам и умер из-за принципов. В этом вся трагедия, Ви. Один должен пасть жертвой благих намерений другого. Вспомни об этом, когда будешь стоять рядом с этим ебучим бункерным нейродиском. Кого бы ты выбрал на моем месте, Джонни? Сойку или Рида? Я и так на твоем месте, Балда. От тебя зависит моя жизнь. Только я хер чего могу сделать. Но видит Бог, Ви, у меня нет ответа. Я в душе не представляю, как тебе поступить. Все готово. Морфоимплант лица установлен. Нужен только поведенческий оттиск. И сделай одолжение. Не рассказывай мне, зачем все это нужно. Спасибо за все. Ага, пожалуйста. Привет, я закончила. Понял. Надеюсь, ты чувствуешь себя хорошо после операции. Пора перехватить и подменить нетраннеров. Правда, у нас больше нет доступа к системе Харан Экзотикс. Видимо, нас раскололи. Серьезно, мы их упустили? Не совсем. Мы знаем, что они ехали из центра в нашем направлении. Тебе надо найти наблюдательный пункт на въезде в Доктаун и засечь их машину, когда они поедут к Хансену. Надо вести себя, как будто ты тут главный, а то тебя за дерьмо считать будут. Thank you.
разуй, блядь! Так, теперь мне нужно подтверждение визуального контакта. Сканируй идущий мимо транспорт. В одной из машин будут они. Цель не обнаружена. Вижу на дороге людей Хансена, но вряд ли он стал бы выделять охрану нетраннерам. Продолжаю наблюдение. Ага. Думаю, это подкрепление едет на стадион. Пара мотоциклистов. Вряд ли они бы бросили машину за 2 минуты до приезда. Да, это не в их стиле. Продолжай. Вижу машину. Подтверждаю, оба нетранера внутри. Сигнал есть? Есть. Теперь они уже от нас не скроются. Ты молодец. До встречи еще есть время. Наверняка остановятся где-то по дороге. Они припарковались. Хватит. И вышли из машины. Идут в сторону клуба. Ви, ты можешь перехватить машину. Вперед. Ты на позиции? На позиции. Кстати, классная тачка. Соберись, ты не в автосалоне. У меня дежавю. Есть картинка с камер машины. Хорошо. На всякий случай проверь, все ли работает. Камеры включены. Передатчик в норме. Можно перехватывать. А теперь ждем. Клиенты возвращаются. Сейчас будут садиться. Сосредоточься. Kurt Hansen, tu l'as vu, non? Il était grave en train de me relooker au saphir. Oh, à moins que ce soit cette putain de gueule de bois. Oh, ça tourne de partout, dans tous les sens. T'en penses quoi? De Hansen, je veux dire. Ви, перехватывай управление. Окей, взламываю машину. La voiture! Quelqu'un en a pris le contrôle! Emric, sonne l'alarme! On a besoin d'aide! Je vais localiser le vecteur. Одну секунду! Готово! Putain, allez! J'essaie de reprendre le contrôle! Это какая-то херня, а не Брейн. У них больше ничего не было. Если бы ты предложил больше, сам... On est coupé! Давай. Et merde! Quoi? Putain, нет, нет, нет. Ого. Ни хрена. Блять, вы их убили. А ты думала, что мы свяжем им руки изолентой? Сунем кляп в рот и дождемся, пока они освободятся и позовут на помощь. Это не игра, Ви. Выжить могли или мы, или они. Я выбрал нас. Они были невиновны. Просто не изволили участвовать в твоих шпионских играх. Ты говоришь о двух профессиональных преступниках.
Эти невиновные, как ты их называешь, не постеснялись бы обокрасть тебя до нитки или всадить тебе пулю в спину. Вам надо будет переодеться, но сначала тебе стоило бы получить коды доступа. Они должны быть у Авроры. Алекс, ты знала, что так будет? Что их казнят? Конечно, знала. Это же основы. Я не первый раз на задании, Ви. В нашем деле такое случается сплошь и рядом. Готово, коды загружены. Я поведу. Ви, активируй оттиск личности. Раз-два. Ой, мой голос. Ничего себе. Охренеть, это я? Как так? Что, нравится? Давай тебя проверим. Представься. Ладно, попробуем. Я Аврора Кассель, а вы сами-то кто? Неплохо. Сначала очень похоже на приход, но постепенно привыкаешь. Освойся немного, соберись. И поехали. Хансен ждет. Алекс, я только что понял. Мы последний раз работаем вместе. Я не забыл про наш уговор. Майерс все одобрила. Бессрочное дипломатическое назначение. Своего рода ранняя пенсия. Спасибо, Рит. Ладно, пора выдвигаться. Тогда увидимся на стадионе. До встречи. Давай повторим еще раз, пока не приехали. Открою тебе маленький секрет, как притворяться другим человеком. Задай себе три вопроса. Чего он боится? Чего он хочет? Что он больше всего скрывает? Ясно? Не отвечай вслух. Просто помни об этом и веди себя как она. Итак, Аврора, скажи мне, что ты думаешь о Хансене? А-ля-ля. Да он в своем районе царь и бог. Таких влиятельных сместить невозможно. Ему не страшны ни власти Найт-Сити, ни новые штаты. Местные знают, что может быть и хуже, а НСША тупо сыт объявлять войну Найт-Сити из-за одного человека и грязных руин. Не могу не согласиться. К тому же он и сам человек с яйцами. Хи-хи-хи. И это не метафора. Ты заметил, какие у него яйца? Бесцеремонность и прямота. Ты прямо вылетая Аврора. Слышал? К Курту в гости сраные европейцы едут. Тихо ты, Чумба, они уже тут. В смысле, припаркуйся. Нормальные, крутые европейцы. Пока мы не вошли... Напоминаю, это ему от нас что-то нужно, а не наоборот. Мы пришли продать ему коды доступа к серверу Киносуры. Держись фактов. Думай, как она может и не может поступить. Мы на месте. Удачи!
удачи, Алекс! Эмерик, спасибо тебе тоже.